Привет, друзья! Привет из солнечной Керчи! У нас сегодня распаковка вот такой огромной посылки. Эта посылка пришла из Омска. Прислала ее Леночка. Правда, посмотрите, вот посылочка, она чуть-чуть открыта. Ну, надеемся, что там все сохранилось. Итак, поехали! Очень интересно. Это такой сюрприз. Да. Лена, огромное вам спасибо. Огромное. Вот, смотрите, что-то там много всяких техники, коробочек. Техники сколько, ёлки-палки. Какая красота. Ой. Так, это у нас... Открывай. Нет, это машинка стригущая. Машинка, это очень, очень нужная вещь. Машинка это... Вообще у меня и Сеня, и Коля стрижутся такими машинками. Блендер погрузной. Блендер это тоже классная вещь. Ребята, это вообще, Леночка, огромное спасибо. Так, тут что это? Для рук, крем для рук. Ну, это, конечно, то, что всегда нужно. Самый классный шоколад Бабаевский. Ну, мне его нельзя, конечно. Вот. Пока еще нельзя. Полотенечко. Махровые. Класс. Тут. Вот тут что это? Не знаю. Давайте скрывать. А? Давайте. Чуть тяжелое. Не понял. Пулемет нарисован. Так. Z. Ага, не будет зверя. Да. Ух ты, это мне. Класс. Набор инструментов. Вот это класс. Ой, Коля этому очень рад. Он любит вот всякие инструментики. Вот это класс. Вот это то, что мне надо. Ой, спасибо. Обалдеть. Все, живем. Инструмент есть. Отлично. Ну, это тебе подарочек. Тут у нас что-то еще тяжело. Так. Добросталь. Столовые. Принадлежности, наверное. Ложки или вилки. Ксения, нос не сунь сюда. Это на новое хозяйство Леночка прислала. Точно. Спасибо огромное. Точно. Это, наверное, чайные ложечки. А ну, открываем. Коля говорил, надо чайные ложки купить. Все, не надо. Уже не надо. Смотрите, вилки. Какая красота. Вилки. Какие классные вилки. Ложки. И вот. Остренькие наконечники. Классно. Ложечки, вилочки. Это прекрасно, ребят. Это хорошо. Спасибо большое, Леночка. Огромное спасибо. Конечно, это то, что всегда нужно. Да, это вещи первой необходимости, которые нам не хватало, кстати. Да. Что-то еще. Ну, честно, так. О, класс. А вот это то, что я хотел. Боже, Лена, вы услышали Колино желание. Каким-то образом чудным. Вы просто это желание... А, я сейчас примерю. Класс. За победу. Просто супер. О, теперь я буду в этой шапке щеголять. Класс. Короче, это не шапка, это бейсболка. Ну да. Ну это класс. А такую я именно и хотел. Ходил и выбирал. Класс. В Херсон приедешь в этой бейсболке. Да, обязательно. Класс. Спасибо. Да. Вы угадываете Колины желание. Он все время на рынке присматривал такие... Да, всякие разные надписи есть, а вот такой нету, какую бы я хотел. А теперь есть. Все. Так, тут еще что-то интересное. Это турка. Турка. Спасибо огромное. Мы любим с Колей кофе. Правда, Коля сейчас не пьет кофе. Да, но я, конечно, полюбляю. Спасибо большое, Леночка. Так, я сейчас вот это вот отрежу. Вот он тут как бы
Не, ну Коля, все, не нарадуется своему подарочку. Все, кепка то, что надо. Вы угадываете желание. Коля все время класс. Смотрел такие кепки. Да, я смотрел и не находил. Так, это, по-моему, у нас кохва. Кохва. Это тоже кофе, это кофе для этой турки, наверное. Да. Вот так вот. Наверное, кохва. Нойер. Надо отдельно. Это кофе, наверное. Да. Сейчас кофе. Заварим. Кофе. Ну, некоторые, конечно, не попробуют. Может потом? Как-нибудь? Да. Нет. Так, это что? Рамен. Ну, посмотрим. Что ж это такое? Интересно. Что, для Сеньки, что ли? Нарисована собачка. Сенька, тут у тебя есть. Ага, вот смотри, уже выглядит, а? Да! Офигеть! Офигеть! Это для Сени. Да. А мы, кстати, только сегодня с Колей разговаривали, что надо Сеню стричь. Как вовремя пришло. Вообще, вы знаете... Ой, еще одно кофе. Да, оригинал. Супер, супер. Мы любим кофе, конечно. Спасибо большое вам, Леночка. Чай. Чай. Вам чай. О, класс. Вот сегодня будем пить его чай, Виктория. Да, вот кули точно можно. Так. Постельная, наверное, да? Постельная, тут размеры я не знаю. Но тут такое хорошее. Разберемся. Да. Спасибо. Так, постельная, это очень нужная вещь. Конечно, это то, что всегда нужно. Лена, вы... Слов нет. Это, по-моему, Сенька. Да-да-да, это Сенечкина. Сенька, это тебе. Да. Да. А я смотри. Полотенечко. Полотенечко тоже хорошо, спасибо. Так, еще одно. Конечно, это то, что все, что нужно в хозяйстве. Да. На самом... Виктория, для тебя, чтобы ты носила, вот, и смотрела, как говорится, этот самый, ну, сколько ты прошла километров. Вот такие есть часы, они подключаются к андроиду. Вот, вот это. Сколько прошла шагов, пульс меряет вроде бы как. Вот она. Одевается на руки. Шагометр, да, наверное? Не только. Это для зарядки. Вот. И вот это вот. Покажи сюда. Сясики. Покажи, чтобы видно было. Это на руку одевается. Ага. Это чтобы Виктория худела. Ходила и худела. Да. Вот такая вот штучка. Спасибо, ну, Леночка. Я думаю, что я этим воспользуюсь. Да. Это, как говорится, ну, знаете... Вещь необходимая для Виктории. Она будет носить. Не то, что необходимая. Она будет задор придавать. Чем все больше и больше шагов пройти. Там всегда будет надпись «Хорош жрать». Да. Спасибо, Леночка. Это для здоровья полезно. Да. Так. Есть. Еще. Посмотрите, какая красота. Вообще. Вещь классная, да? Да, подвесить это классно. У нас есть куда повесить. Спасибо большое. Вот еще. Полотенечко, наверное? Да, это полотенечко. Вот все. Теперь Виктории будет полотенцев предостаточно. Все, она больше теперь не будет заглядывать, что купить полотенце. Это все время заглядывает туда. Смотри. Ой, сколько полотенец. Класс. Ну, как говорится, полотенец много не бывает. Это всегда. Это всегда нужно, да. Еще одна коробочка. С сюрпризом. Да.
Интрига. Что это за коробочка такая? Как вы продумали все, Лена? Ой, знаете, как приятно. Ух ты! Да тут сладости. Ух ты, конфетки. Да. Сибирский секрет. Блин, жаль, что мне нельзя говорить конфетки. Ой. Так, это еще одна. Это кастрюлька. Очень тяжелая. А, тут потому что там конфетки. Потому что там конфетки. И причем, смотри, какая классная. Это камень, видишь? Да. Это камень. Ну, это то, что нужно. У меня, кстати, очень мало кастрюлек, поэтому... А еще кастрюлька с ручкой, ну, типа ковшика. Да. Это вообще классно. Спасибо большое, спасибо. Нет слов. Так, еще... Ой, смотри. И да, еще... Футболка. Это, наверное, и тебе Z. Подарочек. Еще буква Z, это точно. О! И это. И тоже Z. Своих не бросаем. Это точно. Это не просто слова, не просто фраза. Оно факт. Такие есть, друзья. Своих не бросаем. Это правда. Наши своих не бросаем. Спасибо вам, друзья. Спасибо большое. Так, это большую коробку убираем и смотрим еще один сюрприз. Да. Ух ты. Да, тебе еще вот. Это кухонное полотенечко. А еще? Это, наверное, маски. Да? Для лица. Да, точно, маски для лица. С гиалуроновой кислотой. Спасибо это большое. Маски. Я буду красавицей. Когда? Ух ты. Ой, класс. У меня, кстати, я купила... Но она хреновенькая и так, ну, режет не очень. Наверное, это будет классное. Спасибо большое. Это такая незаменимая вещь в хозяйстве. Смотрите, сколько у нас разных всяких полотенечек. Обалдеть. Вот вкусняшка. Да? А Сенька заглядывает, ты... заглядывает. Да, Сенька, тут и тебе есть. Да, и тебе да. есть. И тебе есть. А еще маска, наверное. Нет, что-то... Авокадо. Маска, маска. Да, маска. Это все масочки. Позаботились. Да, вот еще. Как раз у меня сейчас... Одна, тут, смотри, сколько их 4, по-моему. У меня сейчас как раз такой, знаете, период весны. Полового, да, период полового созревания. И шелушится кожа. Это орешки, как они называют? Кедровые орешки. Класс. О. Обалдеть. Носочки. Знаешь, что ты узнаешь? Да, это с нашим этим. Да. С нашим херсонским енотом, ребята. Наш боевой енот. Херсон написано, посмотри. Херсон написано. О. Боже, как приятно. Как приятно, ребята. Наш боевой енот. Да, класс. Боже, прям в Омске носки продаются с надписью «Херсон» и с нашим енотом. Вот еще бабаевские это шоколадочки, да. Класс. Спасибо. Коль, какая-то для тебя останется, не переживай. Да, я уйти. И, по-моему, это сковородочка блинная. Посмотрите, какая классная. Она типа каменная, да? Да. Обалдеть. Нет, она толстая такая. Обалдеть, это будут блины. Она вот на вес, попробуй ну, на вес. Я пока не буду жарить, провоцировать Колю не будем. Будем ждать стойкой ремиссии. Спасибо большое. Так. Такие ценные подарки, ребята. Дольки утиные. А это для Сеньки вкусняшки. Ой, всё, боже, вкусняшки. Сенечка. А ну открой, дай ему одну дольку. Да, и это, по-моему. Да, это тоже для него. Да это может вкусняшка для тебя. Открой, смотри, как он ждет. Да. Он да. Вообще. Ой, да, да. Да, 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 да. Да. Тебе сейчас. Открой. Ай, вкусняшка, Сенькин нам надо. Хочешь дольки утиные? Ну, она пахнет. Долька утиная, она пахнет. Ой, как вкусненько. Да. Говори, Леночка, спасибо. Ага, он все же. Знаешь, давай. Вкусно, Сенька. Ах ты ж мясо, Сенька. Вкусняй.
Да, это очень вкусно. Судя по тому, как Сеня грызет, да. Это, наверное, очень вкусно. Вкусно? Хорошо, ну, потом. Много не давать. По это чуть-чуть. У нас Сенечка такой. Не, я ему все только одну дольку дал. Вот, а их там много. Так что, Сеня, если что, будет с улицы, так будет бежать домой на вкусняшках. И еще у нас... Это, наверное, скатерть. Да. Что там написано? Фартух. Фартух. О, это то, что тебе не хватало. Кстати, то, что мне не хватало, да. Да. Ой, огромное спасибо. Огромное спасибо. Лена, нет это слов. Такое богатство, это обалдеть. А ну, сейчас это самое. Тут, понятное дело, мы распаковали. Вот это мои эти самые, значит, инструменты. А вот это вот блендер. Угу. Поларис, ничего себе. Так. Сеня. Боже, вы такие нужные вещи выслали. Да. Вообще. Смотри, нульцевый, ё-моё. Смотри. Ой. Класс. Блендер погружной. Класс. Так, а тут еще что-то есть, ну, по-моему, приспособы другие. Обалдеть, венчик. Там прям венчик сбивать есть. Угу. Класс. И вот это вот, короче, чаша, чтобы угу. бить. Ну, сбивать что-то, ну, короче. В общем, так. Это сейчас Виктория будет разбираться со всем этим. Мы вставляем блендер, понятное дело. Так, ой, что мы еще не смотрели? А мы еще не смотрели машинку. Да, открывай машинку. Это то, что надо. Кстати, Сенькина машинка есть, это моя. Все, я с ним делиться не собираюсь. Вот. Кстати говоря, мы здесь в Керчи купили машинку, но она такая хреновенькая. Еле-еле стрижет. У Коли три волоска, и то проблемно стричь. Ну, это недорогая машинка, просто понимаешь? Ну да, мы купили недорогую машинку. К сожалению, у меня было две хороших машинки, остались в Херсоне. Угу. Я и Сеню стригла, и Колю стригла. Да, Сенька тоже проверит. Как это называется? Таможня, да? Таможня дает добро, да? Сенька. Так, и как же мне его открыть? Она так же должна открываться, по идее, да? Вверх. Ну да. Ух ты, упаковочка. И флаг Германии. Смотри. Ой, она такая... Это даже аккумуляторная. Она такая маленькая, удобная, я думаю. Класс, она будет стричь очень хорошо, слышишь? И тяжеленькая, это угу. вообще... А это же насадки, смотри. Всякие разные насадки, да. Боже, какая прелесть. Зарядная станция. Спасибо огромное. Все подарки, все настолько ценные. И очень нужные. Очень нужные. Лена, огромное вам спасибо. Привет вам большой. Из солнечной Керчи, нас... Омск. Наверное, у вас уже холодно, еще холодно. А у нас сегодня, наверное, градусов 20 было. Кстати, у нас уже расцвела этот, как его? Миндаль. Миндаль. Да. Миндаль. Уже одуванчики цветут, ребят. Такая цветы, погода да. классная. Да, все-таки да. удивительно, Херсон недалеко, но погода все-таки отличается. Здесь быстрее наступает весна. О, теперь я буду с этим говорить. Да, вообще. Вот эту футболку, которая у меня зверь. Красная вообще супер. Да. Коле идет очень красный цвет. А ну-ка, да, открой. Хорошая, обалденная. За да. победу. Так, а ну-ка, я примерю. Давай. Леночка, спасибо тебе огромное за вот это, за инструмент, за то, что ты прислала очень много нужных вещей. Это хозяйственные, очень необходимые. Огромное спасибо. Это просто, ну, не сказать, не в словах описать, не в сказке сказать,
насколько мы рады. Действительно, мы правда, мы счастливы. Действительно, сколько вы послали всего интересного, хорошего, нужного в хозяйстве. Огромное вам спасибо. Это то, что как раз нам и не хватало. Огромное спасибо, Леночка. Огромное большой спасибо. Вам привет и солнечной Керчи. Будьте здоровы и счастливы. Дай вам Бог здоровья. Спасибо, спасибо большое.